Чтобы стать победителем, нужно быть сильным не только телом, но и духом. Ведь настойчивость, целеустремленность и трудолюбие – это уже 50% успеха. В этом уверены зареченцы, участники Всероссийского физкультурно-спортивного движения «Готов к труду и обороне». Благодаря активности горожан, Заречный уже на протяжении 3 лет занимает 1-е место в регионе по развитию и внедрению комплекса ГТО. Нам очень приятно сегодня находиться в таком прекрасном спортивном городе, Заречный. Хочется отметить, что руководство города очень хорошо поддерживает спортивные направления. И это показывает не только результаты на региональном уровне, но и на всероссийском мировом уровне. Город Заречный и создавался для того, чтобы обеспечивать обороноспособность нашей страны. И поэтому ГТО, наверное, в крови у каждого зареченца. 3000 наших жителей ежегодно участвуют в сдаче норм ГТО. И ваши достижения, они заметны. Самых активных участников Всероссийского физкультурно-спортивного движения собрал муниципальный фестиваль чемпионов игры ГТО. Соревнования такого уровня проводились в Заречном впервые. За победу боролись более 120 участников, лучшие из лучших представители различных предприятий и организаций города, успешно сдавшие нормативы и имеющие знаки отличия ГТО. Спортсмены соревновались как в личном, так и в командном зачете. По правилам состязаний и женщинам, и мужчинам нужно было пробежать дистанцию длиной в 120 метров. И это задание усложнялось дополнительными этапами. Прямо сейчас на ваших глазах участницы проходят первый этап полосы препятствий. Это прыжки. Я напомню, что у девушек это 150 сантиметров. Задача прыгнуть 5 раз. Когда мы рассматривали все этапы, казалось бы, не так-то все и сложно. То есть прыжок в длину, ну, у женщин, например, 150 сантиметров, не так это сложно. Затем отжимание, затем приседание с гири 8 килограмм, потом пресс, потом подтягивание на низкой перекладине. И с ускорением участник возвращается назад, и эта прямая составляет 60 метров. Это 6-й этап. Все этапы по отдельности, они и не вызывают, в общем-то, никакой сложности. Но когда их делаешь на скорость, да, осознание того, что это не так-то легко. Бежать было тяжело, но я чувствовала ответственность за свою команду, мне нужно было догнать соперников, поэтому я выжимала из себя последние силы. В сложности прохождения полосы препятствий ГТО убедились и сотрудники телерадиокомпании «Заречный». Видеооператор, работник технического отдела и корреспонденты настойчиво шли к финишу, не обращая внимания на накопленную усталость. Да ладно, меня уже писали. Алло, ну как? По итогам 1-го муниципального фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 1-е место завоевала сборная «Пламя». Она получила главный приз соревнований – денежный сертификат. Лучших спортсменов, соревновавшихся в личном зачете, наградили памятными призами. Кроме того, победители получили право представлять наш город на областном фестивале чемпионов игры ГТО. Он пройдет 12 августа в городе Пензе. Диана Котлярова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».